Реальная помощь и поддержка. Дорожные полицейские совместно с сотрудниками одного из автотранспортных предприятий города посетили интернат для детей с нарушением слуха и речи. Встреча прошла в рамках акции «Дорога в школу». Гости подарили детям подарки и поговорили о правилах дорожного движения. В школу-интернат для детей с нарушением слуха и речи полицейские приходят постоянно. На этот раз вместе с ними пришли гости, сотрудники одного из автотранспортных предприятий города. И, конечно же, не с пустыми руками. Детям подарили школьные принадлежности, игрушки и сладости. Решили с коллективом, пригласили водителей, чтобы и они посмотрели, что и такие люди дорогу переходят по пешеходным переходам. Мы проводим беседы с водителями и предупреждаем и просим их, чтобы уделяли повышенное внимание, во-первых, пешеходные переходы и как и перевозка детей. В школе-интернате правилам дорожного движения уделяют особое внимание. Преподаватели отмечают, их ученики никогда не смогут сесть за руль. Поэтому особым пунктом здесь значатся правила для пешеходов. Эти водители за целый день, значит, натерпятся от пассажиров, сигналят, где увидят детей на пешеходных переходах, где они в положенном месте переходят. Агрессивно начинают вести себя водители нервные, сигналят. А сейчас они убедились, оказывается, есть такие дети, которые не слышат. Именно по этой причине этот интернат сегодня выбрали. Что с 20 августа по 5 сентября будет проводиться по республике республиканская акция «Внимание, дети». Помимо всего этого, полицейские заявили, что к 1 сентября они перечислят однодневный заработок в поддержку акции «Дорога в школу». Роман Копняев, Айбулат Джигапар, Александр Грабарев, ТДК-42.